Сборная Дагестана по легкой атлетике среди слабовидящих завоевала 26 медалей различного достоинства на всероссийских соревнованиях. Прошли они в Челябинске. В заключительный день дагестанская команда завоевала 3 награды. По прыжкам в длину медаль высшей пробы у Александра Сорокина. В беге на 400 метров лучшим был Марат Мусаев. Александр Иванов занял первое место в беге на 3000 метров. Всего же на счету сборной Дагестана 7 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей.